В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. В Архангельске проходит 4-й фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов. В соревнованиях принимают участие команды 9 федеральных вузов. Телеканал ПС является информационным спонсором спортивного студенческого фестиваля. 3 октября с 9 до 16 часов наш телеканал покажет прямую трансляцию с соревнований по мини-футболу из Центра развития спорта «Норт-Арена». 4 октября в Архангельске и еще в 12 российских городах состоятся прочтения уникального международного онлайн-проекта компании Google и музея усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна» «Каренина. Живое издание», которое объединит любителей русской классики по всему миру. Организаторы проекта в нашем городе – Центр «Футурист» и «Фьюжн кафе Терраса». Архангельское прочтение «Каренина. Живое издание» зрители телеканала ПС смогут увидеть в прямом эфире 4 октября с 5 до 9 часов вечера. Чтецами выступят многие известные люди нашего города. 4 октября в нашем городе стартует 21-й ежегодный всероссийский рок-фестиваль «Беломор-буги». Он соберет под свои знамена 20 групп самых разных направлений из всех уголков страны, а также специальных зарубежных гостей. Любители рок-музыки получат уникальную возможность и, не выходя из дома, смогут насладиться выступлением участников фестиваля «Беломор-буги». Смотрите прямую трансляцию концерта на телеканале ПС 5 октября с 15 до 21 часа. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.